Городские коммунальные службы призывают помочь им в сборе мусора, но не складировать их у контейнеров баков, а закидывать внутрь. Теперь убирать мусор в Махачкале будут муниципальные организации, которые станут временными региональными операторами. Для проведения полноценного вывоза уже готова специализированная техника, формируются бригады рабочих. По словам коммунальщиков, уже за несколько дней можно будет разгрузить столицу от мусора. В первую очередь мы боролись с тем, чтобы ликвидировать эти навалы и привести в нормативное состояние на территории города и контейнерные площадки города. Практически данная работа завершена. Сегодня-завтра уже полностью мы очистим весь город. Для ускорения процесса уборки служба занятости совместно с администрацией Махачкалы организовали ярмарку вакансий. По их мнению, это позволит набрать рабочую силу для быстрой очистки города. Ну, вы знаете, как остро стоит вопрос с мусором в городе. Для этого были приглашены работодатели МКУ «Махачкала-1», которые занимаются уборкой мусора. Им требуется 15-20 водителей на мусороуборочные машины и 25-30 человек на граждан, которые будут непосредственно обслуживать данные машины, выбирать территорию. Надо сказать, что тариф на вывоз мусора в Дагестане самый низкий, из-за чего управляющая компания «Лидер», уполномоченная вывозить коммунальные отходы, отказалась выполнять свои обязанности. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов и Дауд Касанов. Телеканал ННТ «Махачкала».